Итак, продолжаем фифу. Собираем ежедневные награды. 100 плюс. Падает 100. Правый защитник Адои. Ганна. Брюгге. Этот уже был дубликат. Идем дальше. Магазин. Собираем бесплатные наборы. Тут, как обычно, ничего не падает. Фестиваль воды. 2. Фестиваля. И 106 плюс можно поймать. Таких ребят 110, кумиры и ютоти. Есть волкаут, это что такое? Испания, ЦЗ, Карлес Пуйоль, защита Барселоны, легенда, 107 плюс, то есть 107 рейтинг. Сборные, кумиры. 101 скорость. Такой средний играбельный. Но может показать себя, наверное. Так, погнали дальше. Тут до сих пор ничего не падает. Лимит. 3 часа осталось. Будущие звезды. Никого. Где же эти звезды? 10 дней, 18. Фестиваль фонарей. 10 тысяч. Еще один раз и будет бесплатный. Гарантированный выход. Так, а тут что-нибудь есть? Ничего. Так. Бесплатный открываем. 100 плюс. И не хочет ничего давать. Это FIFA. Ну дайте хоть что-нибудь для коллекции. Зачем эти тренировки, переносы? Конференция Европы не падает. Все за поинтсы. FIFA. Так, 103 плюс. Хотелось бы Рональдо поймать, но смотрим, что падает. Есть экранчики. Аргентина. ЦФД. Рома ФК. Это не Месси, а Дибала. Или Дибала. Хорош улов. Скорости. Даже сотни нету. Но для игроков недели это почти максимум предельный. Но рейтинг выловили. Так, что здесь можно еще? Надо будет попытаться 1500 насобирать. Посмотреть, что там падает. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. Будем ждать этого момента. 10 тысяч как набрать, интересно. Это надо просто залипать в игру. Во всех режимах играть. Погнали открывать 101 плюс.
Бучанан, Канада. Кто это за парень? 142 скорость, нифига себе. Брюгге имеет бегунка. 1,83 м. Рост такой тоже пойдет. Неплохо. Следующий 101 плюс. Боятся ЦЗ. Уже падал. Дубликат. Тоже с Брюгге. Брюгге уже так неплохо подсобрали. Так, режим испытания уже открылся. То есть на подходе. Осталось 8 часов. Тяжело там что-то играть. У кого проблемы с Лигой Чемпионов, пишите в комментах. Тяжело вам играть там или нет. То, например, последние тренировки непонятно как бить эти штрафные по коробкам, то есть по мишеням. Иногда бесит. Так, тут можно будет собрать провтыкал я Рудигера. Неделя прошла. Здесь у нас на очереди Анана. Открываем 101 плюс. Тиаф. Или Тиау. Милан Серия. ЦЗ 110 скорость. Неплохая. 1,91 м. Тоже неплохо. Итальянская лига. Под Анану как раз. Можно будет попробовать его затестить. Скалу. Что у нас дальше там? Видео наконец-то появилось. Смотрим ключ матча. Шестой. Где же третий? Про него что, забыли? Погнали, сыграем матч. ВС атаки. Попробуем Челси. Против Ман-Сити. Проехали. Да что ты разворачиваешься? Надо бесить этого игрока. Почему же вперед, а он почему-то берет и разворачивается. Тут не добегает. Что за фигня какая-то? Наконец-то меня отрезали. Феликс. Хорош. Но игрок зачем не надо? Надо было принять. Здесь забиваем. 2-4. Пробиваем. 3-5. Стерн, что за подача, капец. 4-6. Навесик. Неудачно. Залетели. Тут пробиваем. Так, штрафной. Подкруточка и четко. Реализация на высоте.
кто у нас там забил, я не прохватил. Хаверц. Последняя атака. И уже все равно проигрываем. Удар отчаяния. 8-13. Что-то слабенькие моменты учился. Подогнали. Все, наконец-то я прошел. Это задание с третьей попытки. Так, а здесь у нас игрок, может быть. Погнали за игроком. 5-0. Сложность легко. Кто тут у нас? Аслани. Так, и, наверное, все. Конец серии. Неплохо уловили. Карлеса Пуйоля. Такой вот составчик игровой. Идем к новому пути и улучшениям. Покеда.